Здравствуйте, уважаемые поклонники футбола. Мы находимся с вами в Тюмени на стадионе «Геолог». Здесь в ближайшие минуты стартует матч «Велбет» первой лиги 23-го тура. Тюмень принимает на своем поле владикавказскую «Аланию». Сегодня мы будем наблюдать за игрой команд, которые решают максимально серьезные задачи. Вот и приветствуют друг друга главные тренеры. Никто не ждал от Тюмени такой качественной игры и такой высокой позиции после 22 матчей. Стартовый свисток звучит. Меня зовут Ильин Керимов. Поехали. Тюмень-Алания. «Велбет» первая лига представлена вашему вниманию. Дома Тюмень играет хорошо. Отдача по диагонали в штрафную. Очень опасно было, и на опережение играл Исламжан Насыров. Курциев с левой. Подача и удар в дальний угол. Это было опасно. Алан Чочеев бил поворотом. Первая попытка Алани. Илья Порохов. Смещение в центр. Слева есть Насыров. Получает мяч. Насыров слева и забрасывает к линии. Штрафной удар по своим воротам. Выносил Алан Багаев и спас свою команду Ростислав Солдатенко. Мог случиться автогол. После обработки Насыров забросил мяч. Ну и Багаев продвинулся вперед, пусть и с трудом. Бутаев простреливает. Бутаев и чуть не забили гости. Машуков протаранил, да, в своем фланге соперников Алон Бутаев. Там столкнулись вратарь и защитник Тюмени. Гол в любом случае мог случиться. Забрасывает мяч в направлении Георга Биани. Выиграл борьбу у Николая. И голевой момент у Машукова. Вовремя вышел Егор Любаков. Было очень опасно и жарко сейчас в штрафной Тюмени. Подача. Пенальти. Пенальти за игру рукой назначает арбитр. Моментальная реакция. Рука в неестественном положении. Увеличивает площадь тела. Спасает свою команду Любаков. Добивание. И снова спасает. Браво. Потрясающая игра вратаря Тюмени. Матрас Гурциев не реализовал пенальти. Вправо от себя угол пробил. Любаков угадал. Плиев. Диагональный заброс. Машуков. Удар в упор. Снова Любаков. Герой матча пока что вратарь Тюмени. Если бы не он, Алания могла уже в счете вести. Но Алания продолжает атаковать. Пас направо. Игра рукой. Нет. Пенальти. Да, второй пенальти в матче. Второй пенальти в ворота Тюмени. Ну что, Егор Любаков один раз уже свою команду выручил. И снова за игру рукой пенальти. Машуков бьет и не забивает. Что творит Любаков? По центру низом пробил Ислам Машуков. Любаков настоящий герой Тюмени. Да, вправо заваливался, но ноги оставил. Туда, в штрафную площадь. Борьба за верховой мяч. Самойлов бьет. Солдатенко спасает. Угловой. Но удар все-таки берущийся. Просто у Тюмени мало моментов. И даже такой болельщиком воспринимается как голевой. Сходу навешивать не стал. Обработал потом справа и подал. Машуков. Через себя. В стиле Фабио Каннаваро вынос. Удар с подбора. Гол! 90-я минута. Алания забивает. С дальней дистанции. Чочеева все поздравляют. Похоже, это он попал. 0-1. Потрясающий. С подбора. А может быть, Бутаев пробил так неотразимо. Да-да-да, Алон Бутаев. Это он забил. Классный, не берущийся удар. Но Алания заслужила этот гол. Работает ли угловой? Мяч не покинул пределы поля. Отворот. И все, финальный свисток. Алания одерживает важнейшую победу над Тюменью в гостях. Набирает 36 очков и догоняет в таблице Тюмень. Поздравляем команду Евгения Калешина, ну и Алона Бутаева с классным голом.